Могилевская область признана лепшей у республики по концертным и театральным обслуживанию вязковцев. Такий выник коллегии Министерства культуры Беларуси. Кожная клубная установа за год организовала у среднем 58 концертов. Причем Могилевская область лидирует у двух номинациях, а третью поделила с Гродненской областью. У споборництве примали удел 408 клубных установ, 14 театральных организаций. По итогам 2015 года, значит, театрально-зрелищными организациями было проведено 429 концертов или 121 концерт на одну организацию театрально-зрелищную, а 408 клубными учреждениями проведено более 24 тысяч концертов для сельского жителя, чтобы сельский житель был не обижен. И вот в данном направлении мы ведем свою работу.